Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 200. И нам нужно ответить на несколько вопросов. Первый вопрос. Какая из сумм 18 плюс 24 или 18 плюс 30? 5 больше. Есть два варианта. Можно посчитать первую сумму, вторую сумму и сравнить результаты. Давайте сначала так и сделаем. 18 плюс 24 будет 42, а 18 плюс 35 будет 53. 53 больше, чем 42. Но можно было и по-другому сравнить эти суммы. Первая слагаемая и в первой, и во второй сумме 18 одинаковая. А вот второе слагаемое отличается. 24 в первом случае и 35 во втором случае. 24 меньше, чем 35, поэтому и вся сумма первая будет меньше, чем вторая сумма. И давайте удалим вот эти вот наши вычисления и наше сравнение объясним по-другому. 18 равно 18, а 24 меньше, чем 35. Поэтому первая сумма меньше, чем вторая сумма. На первый это мы вопрос ответили. Второй вопрос. Какая из сумм больше? Первая 18 плюс 24, а вторая 21 плюс 35. Ну, также можно, конечно, посчитать и сравнить, но давайте сравним по-другому. 18, первая слагаемая в первой сумме, меньше, чем 21, первая слагаемая во второй сумме. И 24 меньше, чем 35. Это мы второе слагаемое сравнили в суммах. Поэтому и первая сумма будет меньше, чем вторая сумма, потому что каждая слагаемая здесь меньше, чем каждая слагаемая второй суммы. Третий вопрос. Что происходит с суммой при увеличении слагаемых? Ну, естественно, что при увеличении слагаемых и сама сумма увеличивается. Это, кстати, видно и из первых двух вопросов. И последний, четвертый вопрос. А при их уменьшении, то есть что происходит с суммой при уменьшении слагаемых. Ну и соответственно, если у нас слагаемые уменьшаются, то и вся сумма будет тоже уменьшаться. И, кстати, результаты этого задания лучше запомнить, потому что они пригодятся при выполнении следующих заданий в этом разделе учебника. Ну, в общем-то, мы выполнили задание 200. И если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.